Привет всем! Совсем уже скоро наступит март месяц и стартует активная пора посева томатов. Кто-то, конечно же, уже начал посев, но мы, соответственно, немножко попозже, все-таки где-то даже, наверное, в середине марта будем сеять. Сделаю такой вот небольшой обзор семян, которые достались нашей бабушке совершенно бесплатно. В одном из магазинов у нас выставили просроченные семена, ну, по сроку годности они не такие уж прям просроченные. Началом, соответственно, 2021 года заканчивается срок годности. У некоторых даже, соответственно, начало 2022 года. Поэтому в целом семена томатов, они сохраняют схожесть в течение 6-8 лет после сбора, а производители, они все-таки немного подстраховываются и указывают срок поменьше. Поэтому я не думаю, что будут какие-то проблемы, все-таки схожесть довольно хорошая будет. Вот такой вот томат называется Афония. Он у нас преимущественно для открытого грунта. Масса томатов до 300 граммов, то есть довольно он крупный. Устойчив к фузариозу, среднеспелый, пчелоопыляемый сорт. Такой вот красивый, выровненный, замечательный томат. Кто выращивал эти томаты, напишите, пожалуйста, в комментариях ваш отзыв. Понравились, не понравились? Мы ни разу не выращивали вот эти томаты. Следующий у нас томат называется Лёшка-матрёшка. Этот томат уже преимущественно для теплицы. Он все-таки довольно-таки высокорослый. Масса томатов 100-150 граммов. Мясистые, в кисти 4-6 плодов. Формируют в 1-2 стебля. Вот такой тоже довольно красивый томат. Преимущественно, наверное, для свежего потребления и для консервации. Такой вот красавец. Следующий томат называется Ляна. Тоже ни разу не выращивали. Для открытого грунта он, так как, соответственно, и невысокий, и по массе 60-80 граммов. Довольно урожайный, вкусный, такие вот округлые, плотные, ярко-красные у него томаты. Универсальное использование, ну, довольно такой неприхотливый, тоже такой вот симпатичный томат. Идем дальше. Следующий томат, Каспар, как-то давно, наверное, как-то бабушка выращивала, а именно в ближайшее именно время не выращивали уже. Давненько все-таки. Ну, такой вот красивый тоже. Перцевидный вот такой формы. Пальчики такие вот томаты. Он у нас детерминантный, то есть и для открытого грунта хорош. Ну, и в принципе в теплице тоже его можно выращивать. Соответственно, он у нас массой 100-110 граммов. Устойчив к растрескиванию. Ну, и дает стабильный такой вот хороший урожай. Симпатичный вот такой вот томат. И еще один вот такой вот томат. Называется Девичьи сердечки. Соответственно, 5-6 плодов в кисти. И томаты до 300 граммов. Вот самые первые. Высокорослый, тепличный томат. Высота у него до 2 метров. То есть очень такой высокий. Ну, в целом довольно симпатичный, вот такой вот красивый сердцевидный томат. Новинка. И вот у него, кстати, наверное, ну нет, у него тоже 2020 годом срок заканчивается. Но в целом такие вот хорошие семена, абсолютно бесплатные. В общем, посмотрим, какой будет процент схожести, какая будет урожайность. Ну, я думаю, что никаких особых проблем не будет. В общем, госпожа халява к нам пожаловала. Такие вот бесплатные семена. Почему бы не попробовать, не посеять? В общем, с томатами особых проблем нету. Пишите комментарии, делитесь своими отзывами. Ну, а всем тем, кому понравилось видео, был полезен этот обзор, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго.